И всем привет, с вами Блейдер Чамп. Сегодня у нас сборка от подписчика, очередная на Shark Age. Меня попросил подписчик поставить Ratchet от Leon Claw и Beat Flat. Атакующая сборка, такая же, как и Shark Age, но менее агрессивная, более живучая. Посмотрим. На тест у нас сегодня идут новенькие Rhinohorn, Hellsight, Night Shield, Viper Tail и Wizard Arrow по классике. Начнем с Wizard. Ролик со сборками до 5 очков. Атакующий мощи Шарк по ощущениям не потерял. Но он стал повыше чукрайзу на сплэт, а не лоу сплэт. И немножечко вектор атак у него изменился. И, по-моему, пока это не приносит плоды. Да, Wizard Arrow у нас первое очко берет. Второй раунд. Ладно, неплохая атака. Ой, мощно. Как Wizard не взорвался, вопрос? Почему? Но опять-таки, пока не приносит очки Shark Age'у это. Ощущение, что он сейчас, да, умер. И Wizard Arrow 2-0. Третий раунд. О, ура! Экстрим финиш 3-2. Shark Age впереди. Четвертый раунд. И за что мне это засчитать? У нас вроде как приоритет экстрим финиша перед Бёрстом, поэтому будем держать в голове, что Wizard выиграл, но подписчика расстраивать не хочется, поэтому все-таки переиграем. Еще раз четвертый раунд. Сейчас все равно Wizard Arrow вперед. Вы посмотрите, что делается. 4-3, Wizard Arrow впереди. Пятый раунд. Может быть, Шарк сорвет и сейчас выиграет. Лобачу Шарку нужно взорвать, вытянуть куда угодно, чтобы видеть Шарк Wizard'у просто пережить. Ну. Не, походу это все. Походу, Wizard все-таки забирает. Но Wizard в любом случае забрал со счетом 5-3. Получается, уже не на пятерочку будет оценка этой сборки. Следующий у нас Viper Tail. Два-ноль в пользу Shark Age. Второй раунд. Viper пока держится. Вау! А переживет ли? Нет, все-таки Viper берет одно очко. 2-1. Третий раунд. Ой, как близок Шарк, чтобы вытянуть в экстрим финиш. Прям очень близок. Viper закренил. У Шарка опять есть шанс пережить. Сможет ли? Ничья, скорее всего. Ой, прям остановил Шарка Вайпер. Он так солидно остановил. И еще 2-2. Вайпер Тейл догнал. Пятый раунд. Ну, давай сейчас. Шарк, ну Вайпер, это можно. Направление не точно. Ну и что? 3-2? В пользу Вайпера? Да, 3-2. Вайпер Тейл вырвался вперед. Шестой раунд. Не, атаки хорошие. Мог взорвать в теории. Ну как же так? 4-2 в пользу Вайпер Тейл. Седьмой раунд. Пожалуйста. 5-2 в пользу Viper Tail, пока Шарк оба матча проиграл. Может быть, с Night Shield'ом получится справиться. Первый раунд. Два-ноль, Шарк забирает. Второй раунд.
бы. Мог бы в экстрим выкинуть. Реально мог бы. И 1-2. Третий раунд. Все, первая победа для Шаркейджа. Найчил повержен. Следующий Хеллсайд. Первый раунд. Два ноль в пользу Хеллсайта. Второй раунд. 3-0 в пользу Хеллсайта. И третий раунд у нас. 3-0. Самый непонятный какой-то раунд. 4-0 в пользу Хеллсайта. Ну и четвертый раунд. Вот, ну как не взорвать-то было. Ну, давай, Шарк. Ну ладно, здесь уже похоже все. Да, и Хеллсайд в сухую переигрывает Шаркейджа. 5-0. Ну и последний на очереди Рина Хорн, новичок. Посмотрим, удастся ли Шарку его победить. Ой-ой. 2-0, Шаркейдж забирает. Второй раунд. Как мощно было, в один и тот же карман. 4-0. Третий раунд потенциально может быть последний. Давай кто-нибудь. Мне, в принципе, глобально без разницы, кто победит. Мы за красивый бейблейд, так сказать. 4-1. Рина Хорн. Мы даже шарки. Ой, как отпрыгнул. 4-2. Четвертый раунд. Или пятый. Получается, четвертый был. И все-таки Шаркейдж Рина Хорна одолел. Получается такая у нас итоговая статистика. Рина Хорна и Найт Шилда. Шаркейдж наш победил, но при этом проиграл и Визарду, и Вайпер Тейлу, и Хеллсайду. Что довольно-таки странно. Ну и, соответственно, по логике вещей, этой сборке я оставлю 2 очка из 5. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.